Всем привет-привет, здорово, как дела? У нас уже буквально чуть-чуть осталось, и, конечно же, начнется праздник весны. Пока есть возможность, закупайтесь подарками. Ну, а у нас сегодня крионизатор. Если выпадет, прямо чудо. Осталось буквально 18 часов, ну и доктор сказал мне: знаешь что, давай-ка ты будешь открывать, мне часто не везет, и мне лень. В общем, сегодня я здесь рулю. И еще раз всем привет. Ну и давайте же посмотрим. Итого у меня 55 больших подарков. Где-то купленные просто так, за несколько рубинов перекрученные, где-то просто полученные, ну а где-то за 15. Самые дорогие из всех. Давайте же вместе искать главный приз. Ну, как вы видите, у меня доктор 11, не знаю, выпадет, не выпадет, это посмотрим. Ну и, конечно же, то, что действительно будет падать, это кольцо, которое у меня 8. Вот это 100%. Ну, давайте глянем. Крепечка! Не попалась. И отлично! Просто супер! Просто круто! Вообще я немного в шоке. Как правильно доктор сказал, надо вот так открывать подарки. Ура! Все, самый длинный видос по открытию подарков. Ну, ждите, через несколько дней появится еще один. Ну, а я открывать здесь больше ничего не буду. Потому что чем дальше, тем веселее. Классно, теперь у меня крионизатор 10. Как говорится, кому везет, тому везет на крионизаторе. Ладно, всем пока. Ну и, конечно же, всем ругать или завидовать в комментариях. Пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.